школе Олимпийского резерва по гребле стягиваются десятки машин. Реакция на сигнал о возгорании на первом этаже. Огнеборцы в противогазах работают в условиях сильного задымления. Пожар быстро перебрасывается на крышу. На подъемнике спасатели забрасывают на самый верх. Возгорание локализовано в считанные минуты. В рамках учений ФСБ также поступило сообщение, что на гребном канале обнаружен неизвестный чемоданчик. Спецслужбы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора приехали на место выяснять, насколько предмет опасен. Подобные антитеррористические учения просто необходимы в преддверии крупного международного соревнования в Барнауле, пояснил заместитель директора спортивной школы. Подготовка к таким соревнованиям уже длится довольно-таки большое время, уже не первый месяц. И помимо отработки, которую мы сегодня сделали в масштабах всех служб Барнаула и даже, можно сказать, Алтайского края, конечно, каждое подразделение проводит еще такие же тренировки в своих подразделениях. И безопасность соревнований, конечно, и организаторы, и силовые ведомства, и собственники гарантируют. Этап Кубка мира по гребле на байдарках пройдет в краевой столице с 20 по 23 мая. Обеспечивать порядок будут свыше 1500 полицейских. Организаторы обещают, меры безопасности будут на самом высоком уровне. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.